Всем привет, дорогие ребята! Вы на канале Эмин Супергеймер. И сегодня я вам покажу все мои машины. Ну, с некрутых мы не будем. Будем с крутых. Вот, мы... И еще я буду кататься. Мы начнем с вот этой. 925 лошадей. И потом вот такая донат. Тоже 925 лошадей. И вот этот тоже 925 лошадей. И вот этот тоже 925 лошадей. И это тоже 925 лошадей. Кто хочет получить вот такую Камри, пишите в Карпатке на такую Камри донат 925 лошадей. Пишите в комменты под этим видео. И пишите свой ID в Карпаркинг. И я через вас зайду, вот, и отдам вам эту Камри, мои друзья. И если кто-то получит ее один, так что торопитесь. Смотрите, а пока мы поехали, давайте мы поедем на таком X6, у моего... Ну, это просто у моего. Вот, давайте поедем. Например, давайте в город. В город мы заходим легко и легко. Очень легко. Как и все. Вот, заходим в город. Там ничего нет. Надо убрать этот... У кого вот так? Например, смотрите. Вот что-то здесь. Ты что, офигел? Вот, у кого вот так? Обращайтесь ко мне. Если у вас вот так, уберите ТСП. Вот это уберите и ЕСП. О, не убрал ЕСП. И ЕСП. ЕСП. Ой, меня выкинуло. Извините, пожалуйста. Вот, ребята. Я вам покажу все, что у меня есть. Это я банан уже давно получил, банан. Просто я согласился, мне кинуло обмен вот это. Я еще на банане был. И я согласился. Дают на седьмой день Lexus. Офигеть, классно. Кто хочет получить вот такую машину? 925 лошадок. Эта машина лучше формулы 1. Даже 2. Кто хочет ее получить и вот эту Камри, пишите хэштег «Я хочу Камри», а кто хочет этот джип, пишите хэштег «Я хочу вот этот джип, который лучше Формулы 1 и 2».
А пока что поехали. Поехали. Друзья. Что-то онлайн долго у меня не загружается, но надо подождать. Я всегда был нетерпеливым. Блин. Ты меня подводишь, как парень. И кто не знает, из чего готов, где делали карпаркинг, его делали в Америке. Потому что, смотрите, походу, это реально в Америке карпаркинг сделали. Потому что, смотрите, смотрите. Да блин! Ладно, я вам покажу, как перелететь просто один город. Как перелететь город. Как легко перелететь город и посмотреть, где Камри 3.5, а потом на СРТ. Еще раз. Потом, если вы написали, что лучше, например, X6, пишите, что лучше, Камри 3.5 или BMW. А после, если этого написали, пишите, что лучше. Вот такая BMW. 756 у меня лошадок. Или такая BMW. 747 лошадок. Вот. Ну, можете вообще что угодно писать. А мы поехали на Камри. Опять показывать, как я прилетаю в город. Легко! Абсолютно легко. И потому что у меня не было много дней, я не снимала ролики, потому что я очень сильно болела. Чё? У меня такая
Давайте лучше мы на Камри не будем ездить. На Камри не будем ее проверять. Но на ней невозможно еще проверять. Давайте на вот этом. На вот этом красивом жизни. Еще раз пишите, что лучше. Что прям лучше? СРТ. Если СРТ, пишите хэштег СРТ лучше. Если X6 лучше, пишите X6 лучше. И еще напишите, что лучше. Я не сканер. Вы можете дать свою любую машину, я вам сделаю дон обвес. Это что такое? Давайте посмотрим. Сколько у меня монет? 120? Да, 120 у меня было. Монет. Давайте посмотрим, что там такое. Ну, вообще, я видел, что там такое. Туда можно пройти только за 100. За 100 монет. У меня есть 100 монет. Я пройду. А, нет, 1000. Это 1000 монет. Блин. Мне хочется туда пойти. Как туда пойти? Скажите, пожалуйста. Ладно, пойдемте. Видосик подходит к концу. Стойте, нет, видосик пока что. Я вам покажу еще одну секретную парковку. Кто не знал, что. Это способы, как заработать денежку. Вы можете зарегистрироваться, и у вас будут туда. Вы можете вот так. Каждый день вам будут давать какие-то подарки. Надо зарегистрироваться. Еще один способ. Нет, не сюда. Вот, я могу вам показать один способ. Смотрите, как заработать деньги, крыса. Просто как крыса. Легкая крыса как. Берете, заходите вот сюда. Заходите в первую, самую первую. И вот так. Потом повторите. И вот так повторяйте, пока вы не заработаете нужную сумму. А кто не хочет так, следующий уровень, каждый раз, например, если вы хотите, проходите вот этот, и потом на следующий. Вот, и ролик подходит к концу. Всем пока!